Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня у нас на обзоре дверь производства компании Monolith, а точнее ее модель Monolith усиленный, в стандартной компоновке замков и защит. О замках, конструкции и защите я расскажу чуть-чуть позже. В первую очередь я бы хотел показать вот этот вот прибор. Это прибор, это дозиметр, которым мы производим радиологический контроль наших изделий, точнее металла, которые поступают к нам, и комплектующие. Поэтому мы его для начала включим. Этому прибору нужно примерно 60-70 секунд для того, чтобы снять показания. То есть пока мы его положим, чтобы он снимал показания, мы продолжим. То есть я расскажу по конструкции, о защитах данной двери. Я напомню, что модель Monolith это полноценное изделие, в которое уже не надо что-то добавлять, менять, то есть чтобы она стала там плюс, либо два плюса, либо три плюса. То есть это дверь, которая имеет 4-й класс взломостойкости с запасом прочности, а данный экземпляр еще имеет и ряд усилений. То есть в данном случае это усиление скала, которая вдвое увеличивает концентрацию металла по всей замковой части, еще и с внешней стороны на 5 мм. Но я напомню, что стандартная комплектация Monolith предусматривает зону замков полностью, защитную капсулу в 6 мм. То есть замки полностью обтянуты металлом со всех сторон, и с внутренней, и с внешней, и притвор составляет 6 мм обычного металла. Плюс каленые пластины. На нижний замок это 6-миллиметровая каленая пластина на весь корпус замка, на верхний 2-миллиметровая. Кроме этого, естественно, идет броненакладка с юбкой самого удачного формата, то есть толщиной шайбы более 13 мм. И на данный момент двери комплектуются цилиндрами TACOS PRO, то есть которые имеют очень интересную функцию отключения возможности открытия двери ключом с внешней стороны, переводя барашек в такой режим. Эта функция не всегда как бы нужна, то есть от нее можно отказаться, поэтому, но в данном случае она есть. Значит так, что у нас показывает наш дозиметр? Дозиметр уже успокоился и в принципе показывает вот такой вот результат. Результат это 11 микрорентген, это втрое меньше допустимой нормы, почти в три раза меньше допустимой нормы. Поэтому данный экземпляр, даже вот сейчас показывает 10, данный экземпляр полностью отвечает нормам радиологического контроля и отвечает, естественно, нормам нашего стандарта защиты. Поэтому сегодня обзор был больше по вот этому, по радиологическому контролю, поэтому предлагаю данный обзор завершить. Если вам нужны будут двери 4 класса взломостойкости с любым внешним видом под ваш дизайн, какой вы для себя посчитаете нужным выбрать, в любой нужный для вас размер, мы с удовольствием вам их изготовим, доставим. Обращайтесь. Спасибо.